Было это давно в Ленинграде. В одном девятиэтажном доме был старый лифт с двумя дверьми. Чтобы зайти в него, надо открыть сначала одну дверь, дверь шахты, а потом другую, самого лифта. Лифт ходил очень медленно, поэтому дети, которые жили в этом подъезде, любили играть на перегонки с лифтом. Кто-то заходил внутрь и ехал вниз с девятого этажа на первый, а другой мальчик бежал по лестнице. Со временем все мальчики научились бежать вниз быстрее лифта, однако когда бежали наверх, то лифт всегда побеждал. Как-то раз опять устроили соревнования. В этот раз придумали так: старт был на первом этаже, надо было подняться на девятый, потом опять спуститься на первый этаж. Кто первый окажется на первом этаже, тот и чемпион. Чтобы было все по-честному, на девятом этаже встал наблюдатель, остальные ребята остались на первом этаже. И вот, кто-то крикнул на старт: «Внимание, марш!» Один мальчик побежал, а другой зашел в лифт. Лифт пришел на первый этаж первым. Мальчик вышел из лифта, хвастаясь, что победил. Вскоре это занятие всем надоело, и они пошли играть в отбор. На следующий день они опять захотели поиграть и пошли в тот же дом. На этот раз лифт ехал дольше, чем обычно. Но когда он приехал, и они открыли дверь в лифт, то, что они увидели, заставило их выбежать с диким ужасом. Там лежал их убитый друг, который играл с ними, и сейчас стоял позади них. Но когда они обернулись, то он как будто испарился. Вскоре начали пропадать и остальные, кто там был. А после всех этих убийств с дома все съехали, и он стал заброшенным. И даже сейчас, если туда прийти, можно услышать звук движущегося лифта, хотя он стоял на дне шахты.